Как раз в тему у нас на сайте от Марии. Маша спрашивает, вы же уделяете внимание своему внешнему виду. Скажите, как же подбираете себе гардероб и вот как подчеркиваете свою красоту? Может быть, Степа вам здесь поможет? Ну, я против леггинсов, я это уже сказала. То есть как подбираю? Я вообще предпочтение отдаю платьям. Анастасия, у нас сейчас в прямом эфире очень интересные вещи происходят. Юбочкам, как подбираю? Ну, так и подбираю. Правильно подбираю. То есть, что показать надо скрыть, что скрыть надо скрыть. То есть, сначала делайте такой обзор для себя, да? Какие у меня самые классные части тела. Что можно показать и какие части тела, которые нужно скрыть. Какие вы выбираете цвета, фасоны, длинные платья, короткие юбки, если в общем говорить? Короткие, конечно, нет. То есть, до колена юбки, карандаш очень люблю. И платье вообще люблю яркие вещи, ну, черные тоже присутствуют. У нас обычно девушки с формами как-то запаковывают себя в такие вот большие платья-флаконы. Это и плохо, да, это и плохо, конечно. Хочется быть, соответствовать тоже моде. Как? Почему бы и нет? Нужно носить яркое, мы живем здесь сейчас и один раз. То есть поярче и нужно губы. Нужно себя воспринимать такой, какая есть. Да, поярче губы, побольше туши. И все. И вперед.